Людмила Абраим, Украина, город Киев. Я пришла в проект Overleap Online сначала на идею, потому что действительно хорошая идея заработка в интернете. Но когда я побыла, поработала, я поняла, что это не просто идея, это хорошая, продуманная система бизнеса, именно бизнеса. Друзья, не верьте никому, проверьте сами лично, это все работает. Здесь много места для вас, и наши основатели готовы оплатить любому активному участнику проекта нашего поездку в жаркую страну. Сейчас мы в Тунисе, прошлый год это была Турция. Что будет дальше, узнайте сами. Ждем вас всех в нашем проекте. Привет, солнечного Туниса. Меня зовут Лебедева Татьяна. Я нахожусь в закрытом звании директора. Благодаря работе в интернет я уже второй год посещаю шикарные курорты. Первый раз я летала в Турцию, а сейчас я нахожусь со своей дочкой в Тунисе, отдыхаем в Тунисе. Надеюсь, что в следующем году лидеры моей команды полетят вместе со мной. Всем привет, солнечного Туниса, с вами Конова Аня. Сюда я приехала с семьей из 11 человек в Турцию. От проекта в прошлом году мы приезжали с семьей 9 человек. Как вы видите, нас все больше и больше. В общем, в целом, с нами поехало 60 человек в этом году, в 2019, и я просто рада была отдыхать в такой мега-крутой, мега-классной компании. Конечно, хочется пожелать новичкам удачи, роста, везения, во всем вдохновения. Теребите своих наставников, покоряйте маркетинг-план, а мы вам поможем всем. Всем привет-привет, меня зовут Николай Андрейко. Сейчас я нахожусь в статусе национального директора и в открытом статусе старшего национального директора компании Faberlic. Когда я сюда пришел, я вообще не понимал, что такое Faberlic, что такое сетевое. Не было ни вебинаров, ни обучения, ни тем более таких поездок, как вот сейчас мы находимся от нашей команды. Да, собственно, команды тогда нет. Со временем у нас появились первые шаблончики, появились вебинары, создался проект. И сейчас в нашей команде уже больше 100 тысяч человек. И каждый из вас может получить доступ к нашему обучению. Каждый из вас может путешествовать с нашей командой. Сейчас мы в Тунисе. В 2020 году будем в следующей стране, в следующем городе отдыхать. И выполняйте условия, делайте директора, получайте от компании хорошие бонусы. И, собственно, от проекта, и за счет проекта, и вместе с проектом путешествуйте в следующие страны. Привет из жаркого Туниса. Меня зовут Зиновьева Елена. Я в закрытом звании старшего директора. Приехала сюда вместе со своей семьей. У нас с мужем семейный контракт. Каждый может поехать с нами в Тунис и в любую другую страну, благодаря тому, что в нашем проекте самое замечательное обучение. Неважно, в какой структуре вы находитесь, неважно, насколько вы в глубине, неважно, кто ваш наставник, добиться результата может каждый. Слушайте своих наставников, обучайтесь, и вас ждет следующая страна. Мы ждем вас, мы хотим, чтобы вы поехали вместе с нами, мы здесь будем очень круто отдыхать. Меня зовут Ольга Ложкина, я в закрытом звании директор. Однажды поздним вечером мне пришло предложение о сотрудничестве с компанией Faberlic. Я согласилась. На тот момент я сидела с ребенком дома. Я, конечно же, не понимала, куда, зачем, почему я пришла. То есть мой выбор был неосознанный. Однако я все задания выполняла, которые мне присылал мой наставник. Теребила наставника и днем, и ночью задавала миллион вопросов. И в итоге у меня все получилось. Я выросла до директора. Сейчас я нахожусь в жаркой Африке, в Тунисе. Бесплатно абсолютно, так как я закрыла звание директора. Всем новичкам, кто еще думает, кто еще не решился, желаю, чтобы вы скорее созрели, решайтесь, действуйте, слушайте своих наставников, и у вас обязательно все получится. Всем привет! Меня зовут Таня Рябинина, и сейчас я нахожусь в роскошном отеле в солнечном Тунисе вместе с нашим прекрасным проектом Faberlic Online. Ровно год назад я получила бесплатную путевку просто за то, что закрыла звание директора. А в этом году я сюда прилетела уже со своим новым старшим директором. Всего в моей команде за 2 года активной онлайн-работы уже 7 директоров, и постоянно открываются новые звания. Я хочу сказать, это все абсолютно реально. Наши прекрасные наставники дарят путевки,
за каждое директорское звание. И давайте встретимся с вами ровно через год уже в новой стране. Привет, меня зовут Райка Сергей, с Татьяной Сафроновой у нас семейный контракт, мы находимся в звании бриллиантовый директор. В компанию Faberlic мы пришли, будучи студентами начальных курсов, у нас были большие цели, большие планы, большие амбиции, и реализовать их мы видели только через, что мы сможем реализовать их только через бизнес. Так как мы были студентами начальных курсов, денег на стартовый капитал у нас не было, для нас оставался только сетевой бизнес. Проанализировав все предложения, которые были на рынке, мы остановились на самом выгодном и начали сотрудничать с компанией Faberlic. Первым в Украине открыли агентский блок, начали работать на земле. Первым в Украине открыли агентский блок, который работает по системе современных агентских блоков. И мы столкнулись с той сложностью, что мы ограничены территориально в пределах одного города. Мы открыли агентский пункт во втором городе. Мы работали на два города одновременно. И вместе с тем новая сложность. Мы ограничены территориально на два города. Немного подумав, пришли к выводу, что стоит все-таки попробовать работать в интернет. На сегодняшний день существует мега-огромный, мега-классный проект Faberlic Online, который позволил, с помощью которого мы реализовали свои цели. Мало того, проект Faberlic Online позволил реализовать цели не только нам, но и многим людям, позволил улучшить жизнь не только нашу, а и многих людей. Спасибо. Вас приветствует семья Зиновьевых. Мы являемся в закрытом звании старшими директорами. Приехали с замечательной своей любимой командой Faberlic Online отдыхать в Тунис. Отдыхаем мы в Сусе. Приехали ненадолго, но уже все везде посмотрели, съездили на экскурсии, купались на море, полетали на воздушных шарах. Здесь классно, ребят, нужно приезжать все вместе, надо достигать всего этого. Я призываю своих и новичков, и консультантов, и будущих директоров приезжать весело, общаться. Всех ждем, мы вас всех любим, всегда любим. Меня зовут Татьяна Черноус, я из Днепропетровска, Украина. В проекте Faberlic Online на сегодня 2 года и 1 месяц. Вместе с проектом я путешествую уже второй раз. В прошлом году я была в Турции, в этом году в Тунис, Африка. И я пришла в проект осознанно, потому что деньги с неба не падают. И надо точно понимать место и время, где и как можно заработать сегодня. Деньги достаточные для того, чтобы вы могли решить какие-то свои задачи, себе позволить что-то в этой жизни. На сегодня я украинский пенсионер. Так вот, в проекте я зарабатываю ровно в 10 раз больше, каждый каталог, каждые 3 недели, чем мне платит мое государство пенсию за 25 лет стажа. Проект дает возможность расти быстро, грамотно. Проект дает возможность зарабатывать. И здесь очень дружная команда. Здесь очень классно построена поддержка. Чаты, телеграмме, обучение многоступенчатое. И самое важное, если у вас есть желание и цель, вы обязательно в нашем проекте этого достигнете. Меня зовут Акова Ирина. Я лидер компании Faberlic. На данный момент я нахожусь в Тунисе со своей командой. Я приехала сюда, чтобы набраться опыта, позитива, пообщаться со своей командой. Все равно общаться вживую намного лучше, чем через интернет. У меня такая замечательная команда, классная. Все помогают друг другу. Все внимательные, заботливые. Я пришла в проект. Совершенно ничего не умела в интернете. Даже, можно сказать, могла только зайти в Одноклассники. Не могла даже набрать пароль. Благодаря обучению в компании, обучению именно в нашем проекте, теперь я очень много могу. Даже не просто пользователь, а продвинутый пользователь интернет. Я с удовольствием приглашаю свою команду. Новичкам говорю, что нужно учиться постоянно, выбросить всех тараканов из головы. Самое главное, это нужен позитив и уверенность в себе и в своей команде, в своей компании.
Всем привет, меня зовут Алена Пермякова. Зарегистрировалась в компании Faberlic я 1.5 года назад, и сейчас я в закрытом звании директор. На данный момент я отдыхаю в Тунисе, в городе Сус, с проектом Faberlic Online, точнее за счет проекта Faberlic Online. Таким образом, работая в проекте, я уже не только вышла на достойный доход, получила премию 55 тысяч рублей от компании Faberlic, но и полетела в бесплатное путешествие от проекта Faberlic Online в сказочную Африку. Эмоции переполняют, и до сих пор действительно просто не верится, что я на таком отдыхе, с такой обалденной компанией, с проектом Faberlic Online, все замечательно, все классные, все очень круто. Всем привет, меня зовут Наталья Глазкова, я проживаю в Оренбургской области, в городе Бузулук. В компанию Faberlic я пришла осознанно на результаты своего наставника Татьяны Рябининой. Просто увидела видео на YouTube, увидела, как она зарабатывает, и решила тоже попробовать. На тот момент я находилась в декретном отпуске, и очень мне хотелось выходить на работу по найму. Оставалось всего лишь 11 месяцев до выхода, и я решила постараться поставить цель и к моменту выхода из декретного отпуска начать зарабатывать. Я быстро включилась в работу, меня не нужно было уговаривать. Я сразу начала обучение, начала разбираться, вникать и рекрутировать. И таким образом за полгода активной работы я открыла звание директора. Уже в декабре 2018 года я заключила договор с компанией Faberlic. И в январе я получила накопленную сумму на расчетный счет. Здравствуйте, меня зовут Нехороший Максим, я являюсь в закрытом звании директора компании Faberlic, а также являюсь партнером проекта Faberlic Online. Я пришел в этот проект за своими родителями, чему очень рад. Я ничуть не пожалел об этом. Сейчас мы работаем полностью через интернет, это позволяет путешествовать. Сейчас я нахожусь в Тунисе благодаря своим наставникам и благодаря нашим общим усилиям. Я получил эту поездку в подарок от наставников. Желаю новичкам, желаю всем тем, кто уже давно работает с нами, не останавливаться, не... Добра и благости вам. Зовут меня Владимир Кипин. Я давно уже в сетевом маркетинге. Не сразу пришел в Faberlic. В принципе, если бы я не пришел в него, я должен был бы в него прийти. Я человек очень вредный. И когда другие говорят, что я просчитал все маркетинги, так вот я действительно просчитал их все, знаю их больше 50. Здесь у нас есть очень много факторов. Есть хороший товар, за который не стыдно. Есть хорошие действительно уровни, за которые тоже не стыдно, и за которые можем выезжать вот каждый год по разным странам. Есть люди, есть очень хорошие условия, и здесь как бы нас не таскают за шиворот, мы делаем все сами и по своему желанию. В общем, мы вас всех ждем здесь, любим, ценим. Меня зовут Эльвира Бутусова, я директор компании Faberlic. Я победитель поездки в Тунис, и я безумно этому рада. Я первый раз прилетела на самолете, я первый раз за границей, и это благодаря проекту. Я когда пришла на проект, я очень боялась наставника, боялась всего, боялась вообще спрашивать что-то в чате. И это была очень большая ошибка. И один раз я собралась и все-таки набралась милости и написала наставнику. Он мне на что, ну, ответил, то, что наставник достается тому, кто его достает. После этого я его начала доставать. Действительно, каждый день начала ему писать, и у меня пошел хороший рост прямо сразу. И кто сомневается, я хочу сказать, что ничего не бойтесь, это действительно реально, тут мечты сбываются, действительно огромные мечты, которые могут быть, действительно они сбывают. Всем привет, меня зовут Анисимова Наталья, и в этом году я подтвердила звание старший директор компании Faberlic в проекте Faberlic Online. Сейчас мы находимся в Тунисе, и я
привезла сюда в этот раз своих деток. В прошлом году я ездила в Турцию бесплатно от проекта. В этом же году я смогла сама заработать и привезти сюда своих деток. И вы знаете, для меня всегда было самой главной мотивацией Faberlic Online то, что можно совмещать воспитание детей и карьеру. И когда я сюда пришла, я поняла, что это мой шанс, что вот оно, что я могу и детьми заниматься, и зарабатывать очень хорошие деньги, очень хороший белый доход, да, на карту каждые 3 недели. И вот сейчас я старший директор, я зарабатываю хорошие деньги, и я могу возить своих детей в путешествия в любое время, когда захочу, работая дома, да, и это очень-очень здорово. Всем вам советую продолжать, не останавливаться и добиваться здесь успехов. Я всем привет. Меня зовут Зинков Андрей, бриллиантовый директор компании Faberlic. Когда мы сюда приходили, это бизнес сетевой, у меня никогда не было каких-то сомнений, да? Я всегда к этому бизнесу относился положительно, у меня были живые примеры, потому что люди здесь зарабатывают очень хорошо. В какой-то момент мы подумали, почему нам этим не заняться, чем мы хуже. И вот мы здесь, и у нас сейчас все получается, мы сейчас находимся в Северной Африке, в Тунисе, все это бесплатно за счет проекта. И я вам хочу сказать, что это наше не первое, не второе, не третье, даже не четвертое бесплатное путешествие. В общем, жизнь, на самом деле, с этим бизнесом перевернулась просто с ног на голову. Отличные зарплаты, доходы, свободный образ жизни, путешествия – это все здесь, все Faberlic Online. Поэтому вам, новичкам, советую не сомневаться в себе, не думать ни секунды, просто приходить сюда, действовать так же, как мы. Всему научим, в проекте есть абсолютно все. Вам нужно просто прийти и просто это делать. Всем удачи! Всем привет, меня зовут Мясникова Ирина, я являюсь директором в компании Faberlic. Сюда я пришла на результат своей родной сестры, долго не верила в сетевой, но увидев, что он зарабатывает 50 тысяч, а я на тот момент получала 20, я пришла сюда. Сама я, кстати, из Байкала, с города Иркутска. Вот, много было ошибок, что-то делала неправильно, неудачи были. Год стояла почти на одном уровне, мечтала поехать в Турцию, но у меня, к сожалению, ничего не получилось. Можно было опустить руки, но наш проект дает такую мощную поддержку, что я начала продолжать этот бизнес. И, наконец-то, я в Турции! В Тунисе я. Вот, и я сюда приехала со своей семьей, с ребенком, за которого я заплатила на деньги, которые я здесь зарабатываю. Первый раз в жизни за границей, эмоции просто зашкаливают, просто шикарный отдых, особенно с такой большой компанией, как наш проект.